Конкурс. Дети читают стихи. Огородникова Мария. 8 лет, школа 68, город Рязань. Михаил Галин. 1941-1945. Что мы знаем о войне? Немного. По рассказам бабушек и мам. Знаем, что надежда и тревога об руку ходила по домам. Слухи зависали, как знамена. Дымом застилался горизонт. Многовесный и многоименный жаждел крови насытный фронт. А из тыла за волной волна шла латать верховные промашки. Всасывала мальчика война и выплевывала мертвые бумажки. Каждый шаг победили к беде, сводки измеряли расстояние. Даже самый распобедный день был кому-то вечным расставанием. Годы, возвращающие экран, очевидцев честные романы, все равно останется обманом. Ссадины не заменяют ран. Только изредка за толщи дней вдруг сплеснет сирена голос лютый, замирая криками детей, и застынет сердце на минуту.